это разгулялось, да, там все такое уже были. А, даже через океан или через море в Латинскую Америку когда-то приплыл Колумб. И Колумб привез туда инструмент. Ну, наверное, не на корабле Колумба, а где-то на втором или на третьем, но уж наверняка нашлось место для такой арфы, которая была в это время в Испании. Она была очень даже похожа на вот эту кельтскую арфу.
отцовство, надо какие-то танцующие фигурки на планшетах включать и как бы вот так и танцуем. Да, примерно так теперь мы все делаем. Ну, по крайней мере, настоящие, да. Хоть и гибок. Скоро на концерте уже просто в интернете. Мы очень рады вас всех видеть и знакомых, всех многочисленных родственников и знакомых.
я вам открою секрет один. У арфы нижние струны, они могут звучать бесконечно. Поэтому мне, конечно, хочется их долго слушать, но все-таки приходится иногда их рукавом глушить. Вот. А так говорят, что если самую нижнюю струну у оркестровой арфы, которая больше этих 1.5 раза, то есть там на октаву ниже, если взять эту самую нижнюю струну, то можно выпить чашку кофе спокойно, и эта струна еще будет продолжать звучать. Вот такая история. На самом деле, если чашка маленькая, то
немножко дадим менеджер в моем лице. Вот. А потом Арфадит снова к нам вернется в полном составе. Так что не знаю, что делать. Можете поспать. Thank you.
У нас много сегодня таких мелодий, и весна уже в полном разгаре, и
этого, и она называется лица рек. Почему это лица можно было сказать сам? В следующий раз она расскажет. Тем временем мы немного навеяли мрачноты и постараемся ее слегка как развеять. Продолжаю латиноамериканскую тему, но немножко все-таки она будет чернушная. А вот мне не нравится старое название этой композиции, поэтому я говорю новое. Она называется «Культурника гангстера босса». Thank you.
какой-то пионер этого самого движения. Но теперь уже не он один. Кстати, в Италии рекомендую, если тот, кто сказал, Фаренгайдера сыграть. Если вы знаете Фаренгайдера, то, может быть, вам будет интересно еще Винченцо Зителло послушать, такой итальянец. Да? Знаете? Ага, класс. Хорошо, следующая композиция называется «Куда?». Thank you.
пространство, сервис. В общем, за все. Спасибо вам. До свидания. До новых встреч.